Мне кажется, что настоящая научная история должна была бы, историческая наука, должна была бы строиться на детских воспоминаниях. Потому что, начиная с 18 века, русская история, есть история болезни. С 18 века Россия, а Европа еще и с 16 века, впала в то безумие, которое погубило Адама. Безумной идеей была охвачена стать самими как боги. Самое главное определить симптомы, синдром вот этого заболевания, которое как бы менялось, трансформировалось в нашей истории последней. И вот эти симптомы лучше всего открываются детскому сознанию. Потому что ребенок здоровое существо, и он чувствует патологию. И вот я почувствовал эту нашу патологию в своем таком раннем детстве. Это были 30-е годы, когда бабушка с дедушкой о чем-то шептались, и я стал прислушиваться и понял, что речь идет о убийстве царской семьи в Екатеринбурге. Надо сказать, меня это поразило даже не тем, что вот само это событие как-то я ощутил, трагическая смерть невинных людей, а меня поразило, что бабушка с дедушкой говорят об этом как бы секретно, в тайне, не хотят громко говорить об этом. Надо сказать, что бабушка с дедушкой были так очень антибольшевистски настроены и никогда не стеснялись в оценке ни Ленина, это я вырос в этой обстановке, так сказать, антисоветизма. А об этом они шептались. Вот это меня больше всего поразило. Я почувствовал именно здесь патологию. Я почувствовал, что эта тема какая-то запретная, не потому, что за нее вот кто-то извне там накажет, как-то посадит там или снимет с работы, а потому что люди сами себе не хотят в этом сознаться, что они сотворили, что сотворил русский народ. Россия убила саму себя. Это был ужас, конечно. Это был акт безумия, такой же, как вот сейчас читаешь или по телевидению слышишь, как в Америке какой-то человек выскакивает, начинает стрелять просто по всем прохожим и потом себя убивает. Вы посмотрите наше искусство, наша культура вот тех лет, 30-х годов. Ведь снимались фильмы о том, как уничтожали белобандитов, как уничтожали классовых врагов. Но никогда не было отражения вот этой екатеринбургской трагедии в нашем искусстве, не было. Вот конкретного этого, конкретное убийство вот этого человека и его семьи, оно тоже как бы было нежелательным, оно было табуировано нашим искусством. То есть говорили о царизме, о том, что это царизм – это тюрьма народов, что значит проклятый царизм, но в абстрактном виде в каком-то. То есть вот некие цари там, даже неизвестно, кто там в этих песнях понимался под царем, этим ужасным тираном, нам ненавистны тиранов, короны, какие-то такие общие слова. Но вот о конкретном этом убийстве не было ни одного фильма, не было ни одного рассказа, не было ни одного романа. Это было табуировано. И, конечно, это было вот это вытеснение страшного преступления, которое было совершено. Когда, выражаясь четверостишием известным, все уровни переместились и отказали тормоза, раздался выстрел, и закрылись России синие глаза. Это село Тайнинское, недалеко от Москвы. Здесь был поставлен памятник работы Вячеслава Клыкова, памятник царю. Я был на его открытии.
как это было торжественно. Какое-то, знаете, даже было такое воодушевление. И вскоре этот памятник был взорван. Я думаю, что этот акт был тоже какой-то попыткой вытеснить, понимаете, вытеснить вот это воспоминание. Царь живой, здесь стоявший, в виде колокола, так, такой был памятник красивый, он слишком сильно и слишком настойчиво напоминал об этом ужасе, который был произведен в 18 году. И люди, я думаю, что это русские люди были, может быть, даже молодые люди, так вот есть основания полагать, они не выдерживали вот это, не выдерживали. Им хотелось, чтобы не было этого воспоминания, не было царя у нас, не было воспоминания об этом, вот том вандализме. И как акт вытеснения был совершен вот этот акт, новый акт вандализма уже в отношении памятника. Вот отторгает наша память, пытается отторгнуть это. Все равно нам придется это осознать. И видеть память, и видеть эти синие глаза царя, которые закрылись. И выдержать это. Если это мы выдержим, мы выстоим. И Россия вновь станет Россией. Царь могучий, царь державный. Утро 12 марта 1901 года Николай II отправляется в Гатчину. Здесь хранится конверт с надписью Павла I. Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины. Государь и государыня выезжают в приподнятом настроении. Возвращаются в гнетущем молчании. Конверт хранил страшные пророчества вещего монаха Авеля о судьбе династии и России. С тех пор император часто говорит о 18-м годе как о роковом. Два года спустя. Саров. Празднования, связанные с прославлением мощей Серафима Саровского. Прибывает царская семья. Вскоре в этом доме царь и царица встретятся с блаженной Пашей Саровской. И она повторит жуткие пророчества. «Я вам не верю!» – воскликнет государыня. Тогда блаженная достанет кусок красной материи и скажет: «Это твоему сынишке на штанишке. Когда он родится, тогда и поверишь. Через год в царской семье родится наследник».
1911 год. Среди столичных премьер драма Лопе де Вега, которая ни до этого, ни после в России не ставилась. Она называлась «Великий князь Московский» и с сочувствием описывала судьбу засланного иезуитами Лжедмитрия I. Россию словно готовили к новому, смутному времени. ...1914 год. Гвардейский экипаж. В феврале 17-го он изменит императору одним из первых. И кто приведет его в распоряжение Государственной Думы, щеголяя красным бантом на груди? Один из ближайших родственников царя, великий князь Кирилл Владимирович. Кругом измена и трусость, и обман. Это произошло около полуночи 2 марта, или 15-го, по новому стилю. Поезд, в котором свершилась трагедия, уже наутро доставил императора в иную Россию. В страну, над которой из десятилетия в десятилетие теперь будет витать дух предательства. Говоря об измене, Николай II имел в виду не только свое окружение. Еще в 14 году удивительную фразу написал о царе философ Василий Розанов. «Государь один смотрит на вещи не с точки зрения нашего поколения, но всех поколений Отечества, и бывших, и будущих». Клятва 1613 года, данная основателю династии Романовых царю Михаилу Федоровичу, связала все поколения русских людей. Утвержденная грамота Церковного и Земского собора оканчивается словами: «Да будет твердо и неразрушимо в предыдущее лето, в роды и роды». Такова была клятва не только перед троном, но и перед Богом. Царь земной – живая икона Царя Небесного. И русский народ предал богопомазанного царя точно так же, как скрепленный заветом с Господом Богом Израиль предал Иисуса. Державное могущество. Сколь слабой окажется эта видимая мощь. Потерявший веру народ утрачивает незримую поддержку Бога. Он становится игралищем столь же невидимых сил зла. Готовится стать полигоном для социальных экспериментов и братоубийственной бойней. Она бредет неведомо куда. Николай II оставался одним из немногих, кто воспринимал всенародную клятву 1613 года всерьез. Неужели из-за малодушия он отрекся от трона за себя и цесаревича Алексея? А может быть, царь пытался избавить народ свой от греха измены Романовым? Но обманным путем отречься от престола заставили и брата Николая II, великого князя Михаила Александровича. Уже известный нам Кирилл Владимирович написал соответствующую бумагу сам. Романовых не стало на престоле. Великая клятва была нарушена.
вскоре словно обрушилось что-то сдерживающее. Была принята декларация Бальфура о создании еврейского национального очага в Палестине. Многим православным это напомнило исполнение пророчества. В последние времена в золотые ворота Иерусалима войдет тот, кто рожден будет в колене Дановом. Антихрист. Меж тем в молебстве и временному правительству приняла участие значительная часть духовенства. Кульминация измены. Казалось, Россия и весь мир остались без того, кого апостол Павел называет удерживающим явление Антихриста. «И ныне вы знаете, — пишет он, — что удерживает ему явиться в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Блаженный Феофилакт поясняет: когда будет взято от среды римское государство, тогда он придет. Потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится Антихристу. Когда же оно будет разрушено, тогда воцарится безначалие, и он стремиться будет похитить человеческую и божественную власть. Однако власть римских императоров была чудесным образом претворена православное царство при Константине Великом. Оно, это государство, и стало оградой Церкви Христовой от внешних врагов. А затем удерживающая роль Византии перешла в Россию и в ее столицу, Третий Рим, Москву. Эта миссия России была ясна даже Энгельсу. Он писал: «Ни одна революция в Европе не может произойти до тех пор, пока существует российское государство в его нынешнем виде». И вот, свершилось. Кульминацией атак слуг Антихриста на Третий Рим стало убийство православного императора. По мнению ряда исследователей, каббалистическая надпись на стене Ипатьевского дома обозначает: здесь, по приказу тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. А сем извещаются все народы. С точки зрения войны символов, выбор места убийства, Ипатьевский дом, не случайен. Именно в Ипатьевском монастыре основоположник династии Романовых Михаил Федорович получил известие об избрании его на царство. Цареубийцы 20 века сочли, что конец ненавистной им династии должен наступить именно так, знаменательно. После революции в царя мог пострелять каждый. Вот так. Представитель нашего поколения удивится, стоит ли останавливаться на этих особенностях средневекового мышления с его пророчествами, знамениями, чудесами, пожмет плечами и отправится читать Нострадамуса. Меж тем, отец Павел Флоренский писал: некоторые жизненные явления порой до странности точно входят в рамки, назначенные им символикой. В этом видится не прихоть воображения, подтверждаемого несколькими случайными совпадениями, но подлинный закон, открытый интуитивно. Мистическое понимание истории сегодня утрачено почти напрочь. Однако... Thank you.
храма Вознесения была обретена чудотворная икона Державной Божией Матери. Это произошло 2 марта 1917 года, в день отречения русского царя Николая II от престола. Державная икона трижды являлась во сне крестьянке Андриановой. Голос указал искать ее в Коломенском. И, наконец, отмытая черная доска, найденная в подклете, явила скорбный лик Богородицы. Одетая в царственный пурпур и со знаками монаршьей власти в руках, Матерь Божья возвестила таким образом, что берет роль удерживающего на себя. Сюжет очень необычен, сюжет своеобразный. Первый образ, когда Богоматерь держит державу. Но держава здесь своеобразная. Настоящая держава, она имеет еще такие признаки, что имеет обручи поперечные, и держава венчается крестом. Здесь, на этой иконе такого нет, таких элементов державы нет. Но, как многие специалисты говорят, и вообще духовные люди говорят, что такое изображение державы является символом обезглавленной России. Сокровенно истинная история России. Страны, укрытой пурпурным амофором Царицы Небесной. Неявная, священная история, непонятна многим из нашего поколения. Однако она реальна. Это подтверждает и целая цепь мистических связанных событий, протянувшиеся сквозь века. Вскоре после обретения образа Державной Божьей Матери монахини Вознесенского Кремлевского монастыря установили, прежде икона принадлежала их обители. В Вознесенскую же церковь села Коломенского, которая испокон веков принадлежала русским царям, державную передали в 1812 году, а именно перед вступлением в Москву того, кого многие русские считали предтечей Антихриста – Наполеона. Его приближение сопровождалось множеством знамений. Иеромонах Ефимий писал: «А разве не видели богоугодные очи праведников, как перед самым вступлением Наполеона в Москву из Кремля через Спасские ворота выходили, отрясая прах с ног своих, угодники московские?» Видение, подобное бывшему в 1812 году, зафиксировано и в XVI веке. Оно связано с чудесным избавлением Москвы от нашествия татар. Через те же Спасские ворота, повествует Никоновская патриаршая летопись, множество угодников Божьих выносит из погрязшего в грехе города величайшую святыню, икону Владимирской Божьей Матери. Но небесные покровители московские, святой Сергий и святой Варлаам, умоляют чудотворцев возвратиться в покидаемую столицу. Так и в 17 году. Молитвами праведников Матерь Божья не оставила России. Патриарх Тихон, это он написал акафист державный, и само название явленной иконе дал, видимо, он. Место у Спасских ворот мистическое в нашей истории. Накануне революции именно здесь композитор Скрябин планировал организовать грандиозную мистерию. Считавший себя антихристом, автор напрямую связывал это действо с концом света. Скрябин не дожил до осуществления своей идеи. Однако нынешние рок-шоу уже прочно обосновались на этом святом для русских месте. Здесь же, на Красной площади, в 1918 году впервые официально праздновали 1 мая. Новый праздник пришелся на день предательства Иисуса Иудой. Как же молиться надо было за Россию, чтобы гнев Божий не покарал за такое кощунство? Да, долготерпением своим Царь Небесный остается со страной нашей. Об этом свидетельствует и державная. Да. Иисус Христос, здесь мы видим на этой иконе, что это не младенец, изображен в виде отрока. И что интересно, тоже такой момент, что ведь Христос
Он не сидит на коленях у Божьей Матери, вот, а Христос тоже восседает на троне. То есть он сидит, находится, как говорят, в лоне Богоматери. 22-й год. Владивосток. Последний в нашей истории Преамурский земский собор. На нем измена Богу и трону была осознана как земский общенародный грех. Не случайно душой собора стал генерал Дитерихс, один из руководителей расследования убийства царской семьи. Преамурский собор – прообраз собора грядущего. Ему, как и собору 1613 года, предстоит положить конец новому смутному времени и избрать помазанника Божия. Сказано, что в последние времена явится царь Михаил. Явится именно из недр русского народа, несмотря на все формы его геноцида. Так сказано в пророчествах Даниила, которые толковали старцы Глинской пустыни, так сказано и вещим монахом Авелем, тем самым. И мы верим, что здесь, в храме села Коломенского, как и монархии прошлых веков, будут стоять новые русские цари, стоять между этими двумя столпами, которые знаменуют собой царя и царицу земли русской. Однако наше поколение рискует запятнать себя новым предательством, изменой грядущему самодержцу. Обывателю красочно расписывают демократический опыт западных декоративных монархий. Соблазняют обогащением граждан за счет хранящихся в зарубежных банках царских авуаров. Пытаются выправить на свой вкус некоторые ветви династического древа Романовых. А в итоге посадить управляемого царя в интересах сиюминутной политики и экономического гешефта. И как слабы голоса о главном условии возвращения монарха – покаянии. Оно же немыслимо без воцерковления народа. К тому же, возможно, еще предстоит учредить особый чин покаяния в наследном грехе измены последнему императору. Меж тем, до ныне не утихает злоба известных сил, обращенная к памяти царской семьи. За последние несколько лет часовня, установленная на месте Ипатьевского дома, горела трижды. Власть царя от Бога, и человеку не дано ее отменить. Власть царя остается узурпированной. И ныне, до Земского собора, как бы долго ни пришлось его ждать, на каждом высоком собрании должен стоять незанятый трон. Да будет слово наше твердо в предыдущее лето. В роды и роды.
судьба царя, судьба России. Были на Руси люди, наделенные великими талантами, дарами Духа Божия, те, к кому тысячами стекались и мудрецы, и простецы с вопросом, что будет с нами, что будет с Россией? И в ответ слышали, судьба царя, судьба России. Стремление низвергнуть власть есть попытка вступить в борьбу с законом бытия. В 1613 году русский народ в лице всех его сословий, призванный свободно выразить свою волю, не упразднил и не ограничил царскую власть, а наоборот, восстановил ее в полной силе. Никогда, говорит Карамзин, народ не действовал торжественнее и свободнее, никогда не имел побуждений святейших. Все хотели одного – целости, блага России. Не блистало вокруг оружия, не было ни угроз, ни подкупа, ни противоречий, ни сомнений. Бедствия мятежной аристократии просветили граждан и самих аристократов. Те и другие единогласно, единодушно именовали Михаила самодержцем, монархом неограниченным. Те и другие, воспламененные любовью к Отечеству, звали только Бог и Государь. В 19 столетии жил удивительный человек, митрополит московский Филарет Дроздов. Он говорил, что есть государство. Великое семейство человеков, которое по умножению своих членов и разделении родов не может быть управляемо, как вначале единым естественным отцом над собой, признает над собой всем качестве избранного Богом и законом государя. В наше время многие народы мало знают отношение государства к Царству Божию. И что особенно странно и достойно сожаления, мало сие знают народы христианские. Мало знают не потому, чтобы не могли знать, но потому что не хотят знать. И глаголющиеся «быть и мудрее» между ними с пренебрежением отвергают дознанное и признанное древней мудростью. Им не нравится старинное построение государства на основании благословения и закона Божия. Они думают гораздо лучше воздвигнуть здание человеческого общества в новом вкусе, на песке народных мнений и поддерживать оное бурями бесконечных распри. Их новые построения никогда не достраиваются. Каждый день угрожают падением, часто действительно рушатся. Царствование Божие над царством человеческим не для всех и не всегда бывает явно. Во-первых, потому что Царь Небесный безмерно высок и непостижим. И его нисходящие действия нередко скрывается в цепи посредствующих естественных причин и действий. Во-вторых, потому что, царствуя над существами, которым даровал свободу, он хранит неприкосновенным свой дар, оставляет довольно простора свободе человеческой. И оттого случается, что мы довольно долго слышим шум и видим движение дел человеческих, нередко смешанных и беспорядочных, и не примечаем, как за ним тихо шествует Божий промысел и суд, утверждающий, охраняющий и возвышающий то, что служит Царствию Божию. И ранее или позже низлагающий то, что ему противоборствует. Посему, чтобы видеть царствование Божие над царством человеческим, надобно наблюдать со вниманием особенные случаи, в которых оное по требованию обстоятельств
с особенной ясностью открывается. Рече Господь к Самуилу: «Приди, пошлю тя ко Иисею до Вифлеема, яко узрех в сынях его себе царя». Самуил колебался, находя опасным сие посольство. И Господь признал опасность и повелел чрезвычайное посольство прикрыть видом обыкновенного жертвоприношения. Но самого дела не отменил. Пророк приходит в Вифлеем, пересматривает сынов Иессея, не зная, кто из них должен быть царем. Едва, наконец, найден Давид, бывший у стада и оставленный отцом без внимания. И тогда уже Самуил получил от Бога определительное изволение и помазал Давида царя. Но что потом? Давид пошел не на престол, а обратно к стаду. По времени он позван в дом царя, но не царствовать, а играть на гуслях. Еще по времени пришел он в войско, не как воин с оружием, а как обозный с хлебом для своих братьев-воинов. Но нечаянно вызвался на единоборство с Голиафом, победил его, получил славу, сделался сродником царя. Теперь он уже не так далек от престола. Но и после сего еще он должен быть не царем, а изгнанником, бездомным, скитающимся по горам и дебрям, не находящим иногда безопасности в отечестве и принужденным удаляться к киноплеменникам. Что же это значит? Для чего Давид помазан в царя так рано, так, по-видимому, неблаговременно, с опасностью? Для того, во-первых, чтобы помазание преподать ему царскую благодать, которая бы соделала его и победителем, и любезным народу, и в гонении непобедимым, и, наконец, довела до престола, как и сказано в Писании, что вследствие помазания ношашеся дух Господень над Давидом от того дня и потом. Во-вторых, для того рано помазан Давид, чтобы после, по действительном воцарении его, и непокорные принуждены были признать, что царь поставлен не случаем, не народом, а самим Богом. Не бесполезно, думаю, будет указать теперь особенное проявление Царствия Божия над царством человеческим в христианские времена. В начале сих времен, 300 лет Церковь Христова не пользовалась помощью царства человеческого, а напротив того, часто подвергалась гонениям от него. Разумение тайны сего попущения Божие вводит нас апостольское слово: «Немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая». Да не похвалится всяка плоть пред Богом. Надлежало Церкви Христовой являться беспомощной, дабы очевидно было, что она зиждется и утверждается, и возвышается не человеческой, а Божией силою. Надлежало ей страдать, и страданием победить, чтобы заградить уста неверующих и хулителям древним и нынешним.
Но надобно же было, наконец, отдать истине и видимую справедливость. Надобно было, чтобы по слову пророка одержала правда покой. Чтобы церковь после стольких царей-гонителей имела царя-покровителя, Бог избирает для сего Константина. Но Константин язычник, и Христова истина обыкновенным путем человеческого наставления не проникает до глубины его сердца. Итак, царь царствующих действует сам, как о сем рассказал Константин, и как нам пересказывает слышавший от него историк Евсевий. Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, говорил царь, я собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Сие зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско. Вслед за сим во сне ему явился Христос Божий с виденным на небе знамением и повелел, сделав знамя, подобное сему виденному на небе, употреблять его для защиты от нападения врагов. Константин исполнил повеленное. Под знаменем креста победил Максентия, сделался единовластителем Римской империи, уверовал во Христа и явился первым христианским царем и равноапостольным. Не очевидно ли здесь, что цари христианские ведут начало свое непосредственно от Царя Небесного? В послании к Тимофею апостол Павел писал: «Молю, убо прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки, за царя и за всех, иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». Глубокое смирение и вместе сильное желание святого Павла сделать действительным преподаваемое наставление открывается в том, что он не излагает истину равнодушно и не повелевает властью апостольской, но просит и умоляет, чтобы приносимы были молитвы за царя. Молю, говорит, творите молитвы за царя. И можем ли мы не чувствовать глубоко и сильно сей обязанности, столь убедительно нам внушаемой? Чтобы уяснить сию истину, не вдадимся в область умозрения и состязания, которые некоторые люди, не знаю, более или других обладающие мудростью, но, конечно, более других доверяющие своей мудрости, работают над изобретением и постановлением лучших, по их мнению, начал для образования и преобразования человеческих обществ. Уже более полувека образованнейшая часть рода человеческого по местам, по временам видит их преобразовательные усилия в самом действии. Еще нигде
никогда не создали они тихого и безмолвного жития. Они умеют потрясать древние здания государств, но не умеют создать ничего твердого. Внезапно по их чертежам строятся новые правительства и также внезапно рушатся. Они тяготятся отеческой и разумной властью царя и вводят слепую и жестокую власть народной толпы и бесконечные распри искателей власти. Они прельщают людей, уверяя, будто ведут их к свободе. А на самом деле ведут их от законной свободы к своеволию, чтобы потом низвергнуть в угнетение. Как небо бесспорно лучше земли, и небесное лучше земного, то также бесспорно лучшим на земле должно быть то, что устроено по образу небесному, чему и учил Бог, боговица Моисея. Виждь, да сотворишь и по образу, показанному тебе на горе, то есть на высоте боговидения. Согласно сим, Бог по образу своего небесного единоначалия устроил на земле царя, по образу своего вседержительства, царя самодержавного, по образу своего царства неприходящего, продолжающегося от века и до века, царя наследственного. О, если бы все цари земные довольно внимали своему небесному достоинству и к положенным на них чертам образа небесного верно присоединяли требуемые от них богоподобную правду и благость, небесную недремленность, чистоту мысли, святость намерения и деятельности. О, если бы все народы довольно разумели небесное достоинство царя и устроение царства земного по образу небесному и постоянно себя ознаменовывали чертами того же образа, благоговением и любовью к царю, смиренным послушанием его законам и повелениям, взаимным согласием и единодушием, удаляли от себя все, чему нет образа на небесах: превозношение, раздор, своеволие, своекорыстие и всякое зломысли, намерения и действия. Все по образу небесному благоустроенное, по образу небесному было бы блаженно. Все царства земные были бы достойным преддверием царства небесного. Итак,
Вопрос, который мы сегодня будем освещать, требует особого внимания, особой рассудительности, благоговения и, конечно же, смирения, как отмечал в своей статье Алексей Ильич Осипов. Итак, Алексей Ильич, вы несколько раз высказывались подробно и основательно, приводя серьезные аргументы против канонизации последнего русского царя. И мы хотели бы, чтобы вы начали, может, повторили или высказали свое еще раз отношение к этому. Возможно, появились новые нюансы. И дальше мы перейдем уже к дискуссии на эту тему. Отец Владислав Цыпин, наверное, сейчас подскажет, что явилось главным аргументом для утверждения той идеи, что царская семья может быть канонизирована. Речь идет о страстотерпческой кончине последнего императора. Это главное. Что за свидетельство на комиссии? Ничего добавить к тому, что стало уже общеизвестно после решения принятого Кирийским собором, я не могу, но весь этот резюмирует их мученическая смерть и кроткое христианское перенесение издевательств, угроз во время пребывания под арестом. Вот это главное основание. Да. Фактически это единственное. Для поскольку прославления царя, царицы и царской семьи. Это, по-видимому, не только главное, это единственное основание. Поскольку в отношении прочего та же комиссия, как всем нам известно, прямо засвидетельствовала, что государственная и политическая деятельность последнего императора, ну так же, как его личная и частная жизнь, они не могут являться основанием для канонизации. Поэтому я полагаю, что мы с вами должны сейчас разобрать именно вопрос об этом. Может ли сама по себе страдальческая кончина являться основанием для канонизации кого бы то ни было? Вот в связи с этим я в своем выступлении просто обратился к известному историческому факту, связанному, например, со Степаном Разиным. Почему к нему я обратился? Потому что он в некотором отношении представляет собой замечательное явление. Он перед кончиной действительно раскаялся. Он действительно попросил у всех прощения. Он умер страдальчески. Он умер как праведный разбойник. Но еще пока никому не приходила мысль о том, чтобы его канонизировать в связи с этим. Все прекрасно понимают, что если у человека не было той святой жизни, которая заслуживает прославления, следовательно, здесь такого рода кончина является ничем иным, как показателем милости Божией к этому человеку. Милости какой? Что Бог дает этому человеку своими страданиями искупить те грехи, которые каждый из нас совершает, и он также. Вот. У меня также и другие соображения были высказаны в связи с этим. О том, что подобную же страдальческую кончину перенесли десятки миллионов людей. И, конечно, мы не обращаемся же к тому, чтобы каждого из тех, кого нам жизнь даже известна, и кончина страдальчески известна, мы ставили вопрос о канонизации. Также мысль о том, что до Николая Александровича точно так же мученическую кончину претерпели Федор Борисович Годунов на 40-й день своего царствования. Кем был растерзан, задушен? Кем? Восставшими поклонниками Лжедмитрия. Петр III задушен. Павел I зарезан. Александр II. Ну, не говорю уже о многих великих князях и так далее. Да. О канонизации которых мы ничего сейчас вдруг не говорим. Значит, причина того, что мы говорим именно об Николае Александровиче, а не о других государях, великих князьях и так далее. Причина, следовательно, не религиозного, не церковного характера, а какого-то другого. Какого? Ну, можно сказать, что здесь усиленно действуют определенные политические там мотивы, может быть, психологические и так далее. Но мы должны быть чисты от этих вещей, когда мы касаемся вопроса церкви и относящегося к церкви. Вот, собственно, что я могу сказать пока по поводу этого основного и единственного аргумента, который сейчас, ну, явен для всех в качестве аргумента для канонизации. Действительно, редкий человек
мог удостоиться того, скажем так, в кавычках, чтобы церковь его предала анафеме. И вы знаете, что, кажется, еще при Екатерине, императрице, анафема Стеньки Разину возглашалась. То есть грехи были страшные. И даже в Николиных притчах, которые собирали люди, народное сознание Стеньку Разина считает страшным разбойником. Господь ему дал пострадать действительно за великие грехи. Можно умереть под топором палача, совершив акт такого исповедания, подвига. Но вот поражать своих мучителей и тюремщиков крутостью, смирением и любовью, чтобы так год себя держать, наблюдая муки близких, вынося невероятное оскорбление, такое поведение перед смертью должно быть подготовлено предыдущей жизнью. На пустом месте, вот, господа, если завтра придет товарищ Анпилов, либо господин Лебедь, и пошлет эшелон с православными в Сибирь, никто не может сказать, что он год может проявлять такое смирение, такую любовь и всепрощение к врагам. Мне хотелось бы немножко расширить рамки нашей беседы, прежде всего потому, что решение комиссии по канонизации отмечает всего лишь один аспект страстотерпчества, который комиссия сочла бесспорным. То, что по этому даже аспекту у нас некоторые разногласия, это, я думаю, происходит как раз из того, что общий мировоззренческий подход к этой проблеме у сторонников и у противников прославления разный. И я вот хочу именно к этому уровню подойти, обратить ваше внимание. Кто был этот страстотерпец? Это был не просто человек, христианин, член церкви. Это был человек, который стоял во главе православной российской государственности. Помазанник Божий, который через определенное церковное таинство становился таковым. Далее. Чем была в человеческой истории российская православная государственность? Это тоже совершенно, так сказать, необходимо учесть в этой проблеме. И я вам могу привести множество убедительных аргументов наших святых, что именно православная Россия был тот удерживающий мир от зла, от воцарения Антихриста, о котором говорил апостол Павел. И какие силы боролись против русской православной государственности, и какие силы, в частности, убили царя, помазанника Божия. Это были не просто революционеры. Эти силы сознательно или бессознательно были как раз на острие антихристианской тайны беззакония, которая боролась против православной государственности за царство Антихриста. И вот если мы посмотрим проблему в этом масштабе, то мы не можем применять только, так сказать, аргументы Марфы к этой проблеме. Там, как он хозяйствовал, те или иные правильные и неправильные политические решения принимал, мы должны посмотреть и аргументы Марии, второй сестры, которая не стала хлопотать по хозяйству, а села слушать Христа. И вот я думаю, что в этом сложном решении так называемого отречения наш последний государь исходил из какого-то интуитивного, даже пусть он не все понимал так хорошо, как мы сегодня на основании исторических фактов, данных, что это была за революция, кто в ней участвовал. Он понимал, чувствовал, что нельзя уже спасти Россию какими-то политическими, военно-политическими мерами. Он, я думаю, настолько хорошо чувствовал, что вот эти слова «кругом трусость, измена и обман», когда весь почти генералитет отказался понимать суть самодержавия, когда даже большинство членов династии не поддержало государя, а некоторые приветствовали вообще февральскую революцию, когда даже предстоятели нашей церкви не поняли масштаба случившегося, это известная
заявление Синода от 9 марта, что вот Россия выходит на новый путь жизни, благословляем благоверное временное правительство. Вот этот масштаб показывает, что апостасийные процессы в России к этому моменту достигли такого уровня, что их невозможно было уже остановить. Падение православной российской монархии невозможно было остановить даже такому православному государю, каким был Николай II. И нам, вот, современникам 20 века, повезло в том, что мы можем более чем наши предшественники, даже современники тех событий революционных, сделать вывод из всей этой революции. Давайте же его сделаем, духовный вывод. Давайте не будем только ограничиваться рассмотрением проблем, курил государь или не курил, и не использовал там политическую силу, не те назначения делал, не тогда реформы делал. Все гораздо сложнее. Уже есть логика истории, есть смысл истории. Она закончится, известно чем, в Священном Писании нам сказано. Вот мы подошли очень близко к концу истории, к царству Антихриста. Оно, конечно, не наступило еще при большевиках, как многие опасались. Но все такие события повторяются в истории сначала как прообразы. И, несомненно, прообраз Антихриста можно видеть и в большевистском правлении, и до них. А в судьбе и в поступке государя можно видеть какой-то прообраз христоподражательный вот в его поступке 2 марта. Первое, что обращает на себя внимание, и в чем, как кажется, буквально сплошь рядом мы допускаем ошибку. И это очень печально. Мы забыли, что означает слово «мученик». Я говорю, мы — это очень многие. Слово «мученик», если одно употребление этого слова носит чисто светский характер, и там фактически мучеником является любой человек, кто несправедливо пострадал, кого замучили. Совершенно другой смысл, другое значение имеет церковное употребление этого термина «мученик». Оно имеет глубоко специфический характер и означает ничто иное, как сознательное мученичество за Христа. Когда оно совершается? Оно совершается в нескольких случаях. Первое, когда у человека требует отречения от Христа. Вот как недавно мне рассказали, у одного нашего солдата в Чечне, у него был крестик, его захватили в плен и требовали именно отречения от Христа. И он не отрекся. Вот действительно мученик. Второе, что может быть, когда действительно человека убивает или мучает за то, что он христианин, священник, монах, иерарх, неважно, христианин. Вот эти два случая, да, это в полном смысле является мученик. Когда же, если же мы будем мучеником называть любого человека, любого христианина, пострадавшего не за свои христианские убеждения и не по причине того, что он христианин, а по другим причинам. Их может быть очень много. Его могут на дороге убить, этого христианина, могут расстрелять. Неважно. Мы не можем прилагать этот священный термин к данному человеку. Ну и потом, может быть, я неудачно выразился, но я никогда не могу сопоставить Николая II и Степана Разина. Извините. Это нужно быть, я не знаю, кем. У меня никогда мысли такой нет. Но когда мы обсуждаем вопрос о том, что если жизнь не является, и деятельность не является основанием для канонизации, а является основанием просто страстотерпческой кончины, тогда я и привожу пример. Разве можно так рассуждать? Но сравнивать его со Христом, который ради этого пришел, только ради, который прекрасно все знал и потому совершил. Николай Александрович, который, как вот мы сейчас уже вели дискуссии, этого действительно не знал, не предполагал, который даже надеялся на спасение, который, как написано в материалах по канонизации, собирал книги, вещи для того, чтобы ехать в Англию. То есть, то мы вот подобного рода выводы делать из акта отречения, что оно являлось актом самопожертвования, мне кажется, это, по крайней мере, недостаточно. Я хотел бы напомнить такую деталь. Троцкий рассказывает, что когда он однажды спросил у Ленина, что будем делать с Романовыми, Ленин ответил: «Расстреляем всю великую Екатинью».
И Ленин, повторив эти известные слова, прекрасно показал, что в его сознании, в сознании его единомышленников, царь – это не просто политический противник. Он политическим противником, в общем-то, не был. И серьезно говорить в то время о перспективах реставрации монархии совершенно невозможно. Вот. Но царь – это символ вот этой самой православной России, которую нужно было уничтожить. Кого только мадоннами не называют такого рода люди. Это что-нибудь значит? Точно так же и здесь, в Великой Екатерине. Ну что, разве можно так однозначно интерпретировать? Но у Ленина был по закону Божию за гимназический курс отличный балл. То есть уж прямого невежества он не мог обнаружить. Может быть, я только хотел добавить, что игнорировать нельзя в Ипатьевском доме расшифрованную надпись, сделанную, очевидно, вдохновителями, а не непосредственными исполнителями убийств, из которых ясно становится справедливость той мысли, что был убит глава государства, глава православной России, государь, конечно же, воспринимался этой темной силой как носитель благодати помазанничества, от которой он и не думал отказываться, отойдя в сторону непосредственного управления страной. Это же известная фраза из Гейне, цитата, что в эту ночь Вельзевул был убит своими восставшими рабами. Балтасар был убит своими восставшими рабами, простите, оговорка. Вот, то есть это, видимо, один из участвовавших в преступлении, в немецком языке, участвовавших в преступлении, видимо, венгров, потому что, судя по всему, там были венгры, может быть, латыши, но маловероятно, он просто, как бы, для него это было вот удивительно, что вот эти восставшие плебс убил своего царя, как Балтасар был убит рабами. Никакого мистического вот смысла в этой гейновской цитате я, по правде сказать, не вижу. Вот. Это замечание как бы по этому поводу. Что касается, вот опять же, вернемся чисто к статье. Вот здесь прозвучала ваша точка зрения, что государь сознательно пошел на кинетический путь. Я позволю себе привести только два факта, которые... Один факт – это запись в дневнике самого государя. Пятница, 3 марта. Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест конца и кончает четырехвосткой для выборов через 6 месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились, лишь бы так продолжалось дальше. То есть государь совершенно искренне надеялся, что после его отречения не начнется русская смута, которую нельзя предотвратить, что установится какой-то порядок. Но Миша, великий князь Михаил Александрович, совершил гадость, по словам государя, и действительно все покатилось. Но это разговор об отречении. Но интенция важна нам уже для статерпичества. То есть, когда царь отрекался, он отнюдь не думал идти на кинетический путь. Второе. В воспоминаниях Жильяра, в дневнике Жильяра, датированной сентябрем уже в Тобольске, запись. Государь стал откровенно высказываться, что его отречение, видимо, было ошибкой. То есть он только в сентябре понимает, или по крайней мере начинает говорить, что он ошибся. Значит, опять же, никакого желания, вот понимаете, там, вернуть страну или, скажем, своей жертвой спасти страну от революции. Нет, это была просто политическая ошибка, которая вот им самим была осознана. Я, кстати говоря, не исключаю, что вот это страдание... Причем, да, и страдания его с каждым днем добавляет Жилья, становится все больше и больше от сознания того, какую ошибку он совершил. Вот я думаю, что эти внутренние страдания, они действительно во многом и привели к такому вот смиренному принятию воли Божьей. Ну и, наконец, последний момент, господа, который меня просто искренне смущает. Может быть, кто-то мне растолкует это более ясно. Дело в том, что в какой день недели был убит государь? Не помните? Но, по крайней мере, это был какой-то будний день. А в ближайшее к этому воскресенье государь попросил к себе, чтобы у него было совершено на дому богосвященное действие. Причем он просил не литургию, к удивлению священника, а можно было на переносном престоле антиминте совершить литургию, а он просил совершить обедницу. То есть, соответственно, никто не причащался. Все кланялись. Все. Вот. С удивлением священник, который это совершил, отмечает, что почему-то государь настаивал на обитницу.
Если он предполагал близкую смерть, почему он не пошел на причастие? Отдельные документы и отдельные свидетельства могут давать косвенные лишь основания для того, чтобы судить, в какой мере вполне осознанно или в какой мере не до конца осознанно, в какие моменты и как он мог думать о своей судьбе. Это очевидно. Но тогда надо обратиться просто к реальной церковной ситуации вокруг этого вопроса. Если бы вдруг я или отец Артемий, вот, или отец Валентин неожиданно, при отсутствии каких бы то ни было, к тому еще, ну, уже существующих предпосылок, вдруг поставили вопрос о канонизации императора Николая. Тогда, наверное, вся бы тяжесть представить к высшей степени убедительные доказательства, что это сделать целесообразно необходимо, лежало бы на стороне эту инициативу предлагающего. Но сейчас-то и другая ситуация. Существуют уже предварительные решения на этот счет на очень высоком уровне. Поэтому, кажется, вся тяжесть доказательств, что вот все-таки это решение опрометчиво, что все-таки есть несомненные препятствия, должна лежать на тех, кто возражает против канонизации. Вот сторона, возражающая против канонизации в существующей же ситуации, должна иметь веские, твердые, неопровержимые аргументы, что этого делать невозможно, что препятствие налицо непреодолимое. Любой православный знает, что невозможно доказать факт воскресения Христова. Святость и явление благодатное, они вообще не доказываются. Мы свою задачу, конечно, видим в том числе и на этом собрание, в том, чтобы свидетельствовать своей православной совестью святость государя, под каким бы видом ни происходило это свидетельство. И я также не могу отделаться от такого чувства, что интерпретация общеизвестных фактов вот носит ярко выраженный такой предвзятый характер, как это ни печально сказать. Вот. Ну, в частности, а зачем противопоставлять понятие мученичества и страстотерпчества? Мы нигде не встретим в церковной практике такого противопоставления. Противопоставление, да, есть усиление акцентов, может быть, страстотерпцы называются те, кто пострадал не за имя Христова, а за долг и за дело Христова. И именно поэтому Борис и Глеб называются страстотерпцами. Называется страстотерпцем благоверный князь Михаил Тверской. Называется страстотерпцем благоверный царевич Дмитрий Углический. И именно церковное сознание, как это уже могут свидетельствовать очень многие пастыри, я в том числе, признает царя-мученика Николая II в ряду этих страстотерпцев. Он совершенно органично воспринимается в ряду этих страстотерпцев. Уже есть традиция такой святости, такого рода чина святости, страстотерпчества. Причем это не просто люди, которых умертвили по неизвестным причинам. Это люди, которые были препятствием, объективным препятствием силам зла. И мы просто должны, по-видимому, смириться с тем, что Господь это их препятствование силам зла вменил им святость. И что-то предшествовало этому акту страстотерпчества, безусловно, их благочестивая жизнь. Иначе бы Господь, который говорит через апостола Павла, что подвязающие незаконно не венчаются, не увенчал бы их венцом страстотерпчества. Осознавали ли те люди, которые признаны церковью страстотерпцами, возможность какой-то другой альтернативы, осознавали ли они, что они страдают за Христа? Мученик царевич Дмитрий Углический, нам об этом ничего не известно. Это 9-летний ребенок, который был просто заговорчески убит. Тем не менее, он канонизирован церковью. Можно вспомнить, что так как мы люди верующие, мы знаем, что Господу угодно дни кончины таких знаменательных людей как-то особенно выделять. Мы знаем, что убийство царской семьи было день
убиения князя Страстотерца Андрея Боголюбского, у которого можно найти немало ошибок в его управлении и даже инкриминировать ему какие-то грехи в развязывании каких-то усобиц или участие в них. Но, тем не менее, он признается церкви и всем церковным народам как собиратель Северо-Восточной Руси и как князь-страстотерпец. И за свое благочестие, за то, что он имел при жизни определенные к этому предпосылки. Мы знаем, что праздник Покрова был введен на Руси и многое другое. Государь не был фаталистом. Государь не был монофизитом. Государь был, как бы он был воспитан в строгих правилах. Он не позволял себе мудрствовать паче, нежели подобает мудрствовать. По этой причине, кстати сказать, он и не причащался 14 июля, когда по новому стилю, если смотреть, когда служилась вот эта обедница. Почему? Хорошо, я объясню, почему. Это действительно интересно. Государь был воспитан с детства так, что он причащался один раз в пост, говел и причащался. Тогда, когда это было положено для него по царскому чину, он не был, он не позволял как бы себе вот такой, с своей точки зрения, простите, духовной экзальтации. Он, может быть, и хотел причаститься, но он как бы себе этого не позволял. Таков был его душевный строй. Вот. Ничего ужасного я не говорю. Он не был священником, не был монахом. Так было принято в России конца 19-го, начала 20 века. Причастие было редким. И вот в акте отречения, вообще, если все-таки мы стоим на исторической почве и не позволяем себе быть какими-то маргиналами, какими-то, так сказать, отщепенцами, но мы же должны понимать, что эти документы, они не имеют подтекста. Они являются первоисточником. Если мы хотим непредвзято разобраться в причинах отречения, мы должны взять предельно искренний текст. То, что государю была свойственна искренность, у него не было коварства и хитрости, значит, об этом есть свидетельство многочисленных и придворных, совершенно разных политических направлений, в том числе участвовавших в заговоре. И этот текст, он поражал одновременно своей вот этой искренностью, и в том числе комиссаров, и комиссаров Временного правительства, и большевиков. И он поражал и верноподданных царю людей. Если государь в своем акте отречения написал, что за благо пошли мы отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть, то нельзя считать, как нам думается, что он хотел чего-то другого. Он хотел блага государству российскому. Хотел блага своим подданным. В этом он видел свое служение как помазанника Божия. В этом и прежде всего в этом. Этому взгляду государя на свою роль царя соответствует, например, взгляд Хомякова сына, который говорит, что самодержавие лишь в той мере полезно, в какой оно ограждает православное начало жизни. И государь говорит точь-в-точь то же самое. Я берег не самодержавную власть, а Россию. Когда государь принял свое решение об отречении, он произнес такие слова: «Во имя горячо любимой матушки России я готов. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя горячо любимой матушки России». И другие слова, произнесенные в этот и близкие к этому дни, говорят о том же, что это была сознательная жертва, приносимая им. Тот факт, что он не решился расстаться с царевичем Алексеем, по объяснению наиболее близких людей к царю и по свидетельству их, Танеева Вырубова об этом пишет в своих подлинных мемуарах, а не неподложных, это было продиктовано тем, что царь не доверял этим людям и знал, что как только наследник будет окружен врагами царя, дни его будут сочтены, и он
больной неизлечимой болезнью, был убит, будет убит. Это решение он принял после того, как лейб-медик ему доказал, что цесаревич неизлечимо болен. До этого самого момента от государя это скрывалось, что наследник именно неизлечимо болен. Вот и он принял это решение единолично, сознательно, поняв, что они просто лишат жизни Алексея. Это нормально, это было бы каким-то чудовищным, фантастическим, совершенно сектантским поведением, иное поведение царя. Теперь, что касается вот этого момента, что государь, конечно, надеялся на лучшее. Но был чужд такой вот фатализм. Он действительно надеялся на то, что приведет в порядок и фронт, и утихнут беспорядки после его отречения. То есть своего рода утилитарную такую вот составляющую он не игнорировал. Он поверил своим генералам, когда они ему доказали, он сопротивлялся, он русскому действительно буря была, он сопротивлялся как мог и сделал все от него зависящее, чтобы от него бы этого не требовали. Но когда, несмотря на все его очень веские аргументированные возражения, все чины его штаба, начальники фронтов прислали телеграммы с требованием отречения, то это было для царя той каплей, которая перевесила все. Он принял решение отречься, именно будучи убежден своими подданными, которым он безраздельно доверял, а доверчивость это есть все-таки свойство святых, не зря он был доверчивым. Вот, и в этой его доверчивости чистота его души. Пусть это покажется политически нецелесообразным, пусть последующие историки найдут способы действования, которое могло бы повлечь совершенно другие результаты. Тем не менее, так как в этих действиях не было греха, с точки зрения церкви, не было в них греха, то мы не имеем права говорить о том, что это является препятствием канонизации. И с другой стороны, так как эти действия его повлекли его смерть, а действия эти были добровольны, то мы говорим о том, что он был страстотерпец.